Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Ол ТВ, Иртик, Гусанёк, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Сегодня будем выживать на карте Пиццаплекс и будем мочить Соника. Но оружие мы не знаем, где запрятано, потому что его запрятал Соник в очень секретном месте, которое мы должны будем найти. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Наша цель сейчас найти, где он поставил оружие. Надеюсь, мы это сделаем. И будьте внимательны, он может с невидимки нас резко замочить. Я думаю, что он где-то в детской площадке оставил оружие, потому что, ну, блин, это самое логичное место, которое может только быть на этой карте. А вдруг он здесь где-то в таких закоулках спрятал его? Пацаны, я знаю, где он запрятал оружие. Он запрятал оружие, где будет очень тонкий проход, через который мы можем пройти только поодиночке. Это очень хитрый Соник. Будьте внимательны. Оно здесь. Я не знаю, что, но меня вот прям тянет вот сюда. А ну-ка, давай. Будет обидно, если с первого раза угадай, где она находится. Да блин, я думал, это уже Соник головой бьется здесь, псих этот. Где, где, ну? Ничего здесь нет, идемте дальше. Так, давайте напротив перейдем. Тут подарок какой-то есть, может он? Может. Не, как-то не оно, не оно. Так, закрыто. Обязательно подписывайтесь на канал, залетайте в Дискорд, ставьте лайк. Если вы хотите увидеть ролик с лица Иртика, залетайте на мой канал, ссылочка в описании. Куда тут идти? Я не понимаю, где он мог его спрятать. Он где-то здесь, я вам говорю. А, я знаю, где он мог запрятать. Ты взял? Вот он! Я знал, что оружие здесь! Я знал! Я слышал, как ты его взял! Ах ты хитрый жук! Он под ступеньками запрятал, пацаны, его! Да? Ты взял? Да! Нет, я не успел! А, ё-моё, он меня нашел! Так, пацаны, надо нам дверь открыть. Сейчас я поднимаюсь и открываю дверь нам изнутри. Че, он замочил тебя? Да. Так, давай я жду тебя, вместе побежим. Пацаны, надо продумать какую-то нам тактику. Тактика какая? Я просто сливаюсь и все. Молодец, Соник! Еще руку через дверь. Он через дверь меня замочил, пацаны. А, Коля, ты побежал? Коля пробежал, молодец. Коля, открой здесь дверь. Ай-яй-яй, он меня достал. Ё-моё. За что? А, я дверь, считай, открыл. Эх ты, блин. Заразелла. Коля, смотри, если мы здесь спустимся вниз и нажмем вот тут кнопку, которая находится с этой стороны, мы сможем открыть двери. А ну-ка, давай попробуем найти эту кнопку. Или она тоже наверху есть? Она наверху, надо через него пройти и спуститься вниз. Ну, давай будем самыми крутыми и быстренько возьмем. И быстренько сольемся. Не-не-не. Помнишь, за пачку кириешек ты меня пропускаешь? Вот куколку могу дать тебе. Хочешь куклу? Слышь ты, жук, отойди оттуда, навозный. На тебе. Ха-ха, иди кассу пробивай. Это если что, Дима тебя ударил. Не мы. Нас можешь пропустить. Блин, то тут туловище валяется, за них плохо пробегается. Вот мое туловище валяется, жопой вверх. Горело туловище. Да как? Так там же ж никого... А, да блин, он резко! Бегите, бегите! Давай, давай, давай. Быстрее, открывайте дверь, Гусанёк, открывай калитку. Пытаюсь. Открыл дверь. Открыл? Есть. О, молодец, молодец! Блин, меня свалили! А, тут туловище валяется! Мой труп. А ну-ка, куда? Теперь ты будешь смотреть два входа, ты шо, вообще? Два входа теперь, точно! Давайте, я наверх бегу. Ох, давай, ты через верх, мы через низ. Блин! А ну-ка, забирай! Ай, он наружу сел! Ну, ты... А как его взять? Звук был, как будто я его взял. Ё-моё, я его так боюсь! Гусанёк, бери! Понимаете, ребята, мы еще не отняли ни одного хп у этого Соника. Ни одного, но очень сильно. Есть! Беги. Молодец! Хорош, стреляй по нему! Помогите! Помогите! Тебе никто не поможет. Быстрее. Я оружие украл, пацаны! Соник! Была. Он бежит! А, готовьтесь, бежит? Готовьтесь! Да, вот он! Я у него жизнь отнимаю! Он прыжком меня вынес! Блин, так можно... Давай, я подставился под удар. Гусанёк, я в тебя верю. Ай, молодец. Коля, ну что ты делаешь? Да я это сделаю. Так наоборот, подставляешь. Вот он. Я тоже его фигачу. Есть. Молодец, Гусанчела. Раунд номер два. Теперь у Соника 1500 жизней, и оружие он запрятал еще более сложнее месте, в которое мы должны добраться. А в первую очередь мы его должны сначала найти. Я уверен, что это будет на втором этаже. Вы так не думаете? А я думаю, знаете, где это? В детской комнате, наверху. Знаешь, почему я так рассуждаю? Я очень знаю хорошо ЛТВ. Тю, блин, это цветы, я думал, это Соник стоит. А может тут в парашах? В туалете, ты уверен? Слышишь? Да, в туалете Соник! Все-таки его в туалете заныкал. Я знал, что ты это сделаешь.
А соники, видите, все такие любят параши. Да-да-да, в туалет они полюбляют ходить. А ну-ка, давай мы тебя быстренько как-то... На тебе с кулака. Давай, гусоник, бей его. Давай-давай-давай, ты колу ногой бьешь? Да! Блин, гусанчела! Так оружия нету, что бежать, ты его забрал. Ай-яй-яй-яй, туалет он закрыл. Он специально это делает. Видишь, закрывает сразу дверь. Слышь ты, щенок, выходи. Больно. Прикольный звук был. Слышь, он делает? На, вот этот ты с ноги завалил. Ай-яй-яй. Так, Дима, пацаны... давай ты пробегаешь. Все, давай, один, два, три. Давай, давай. Да блин, я боюсь, что мне схватит. Ай, схватил! А я пробежать не могу. Так вы, блин, у меня есть, вы мне еще посрочи даете. Это вы честные, ребята? А вы тоже в зеркале его тут видите? Да, это какое-то баганое здесь зеркало. Он исчез, он к нам идет. Ой, он исчез. Нет. Ах ты, блин, хитрый. А ну-ка, давай вылазь оттуда. Я могу его толкнуть? Ай! Бейте, 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 бейте! Ну, давай, гусанёк, я в тебя верю. Гусанёк, давай ты первый. Мне кажется, я его сейчас ногами уже запинаю. У него же 641 жизнь, а чё так ноги много отнимает? А может быть это, подсрачниками его просто запинаем. Давайте, я бегу, и вы все бейте. Ай-яй-яй-яй. Всё, он спрятался, давайте берем это оружие. У него жизни мало, он теперь будет отступать. Ну ты и в меня ж стреляй, гусанёк. Правильно делаешь, мочи всех, и меня тоже. Вот он. Открывай дверь! Он не пройдет, если будем в три ствола стрелять, он не сможет пройти. Меня спать. Коля! Молодец, гусь Санчелла, молочелла! Раунд номер три. Соник запрятал рандомное оружие в рандомном месте, и у него 2000 жизней. А чего мы сразу все сюда бежим? Мы думаем, что он тут, потому что все дальше и дальше он от нас. Да. Ну, мне кажется, что да. Вон, посмотри. А, нет, это кустик. Погнали по горке спустимся. А мне кажется, он где-то здесь. Вот я чувствую. Спускайся. Давайте не будем все идти вместе, давайте в разных местах пойдем. А так, мы, мы с Колей здесь, внутри. Опа, есть. А ну-ка, давай, где ж ты, Шинсоник, наш? А, может, он тут запрятан? Ой, мне что-то ударило. Там был. А оружие ты увидел? Нет. Вот он, слышу. Закрути дверь. Может, он в шариках запрятал, пацаны? Да, он к шарикам подошел. Вот он, блин! Он в шариках запрятал оружие, мы его не сможем увидеть. Аккуратненько. Коля, я знаю, как можно оружие увидеть. Надо в шариках на контрол садиться, мы тогда его увидим. Так, раз у нас оружие в шариках, и он там лазит, значит, он прямо на нем и стоит. Кто не сыт, идите. Вперед. Полетели! Давай! Я посмотрю, как он вас замочит. Все мерцает. Ох, он страшный. Не-не-не-не-не-не, ну куда? Ё-моё. Гусунёк, ты взял оружие? Не, я смотрю, пытаюсь найти, он меня сейчас убьет. Мне кажется, оружие не здесь. Ты думаешь? Да, он его заныкал в другом месте. А давай посмотрим. Я знаю, где оружие, пацаны. Удиви. Сразу под горкой спускайтесь, оно под горкой лежит. Я мочу его, если я вынес жизни чуть-чуть. Хитрый. Ох, он и орёт на меня, крикливая морда. Да вот, молодец, ты взял. Взяли оружие? Да, гусоник взял, но не успел убежать с ним. Я тупо спускаюсь и сливаюсь сразу. Это без вариантов, что ли? А, тут трупейшины ваши, пацаны, я в них застрею. Я тоже. Взял кто-то оружие, я слышу. Коля, это ты? Да. Беги, просто беги. Не успел. Не успел, понял. Просто не успел. Так, давайте сделаем по-другому. Пацаны, по горке не спускаемся, идемте в обход все. Так я так и делал. Прыгай здесь с контролом. Есть. Все. Давай, Джеки Чана включай. Димас, обманывает. Здоровайся. Да иду уж. Да тут, блин, ваше туловище по всей карте валяется, спотыкаясь об них. Слышь, Соник, дай пройти. Красава, красава, молодец. Не-не-не. А, он застрял в туловищах опять. Как же нам подобраться, а? Вот еще оружие взял, Соник. Тебе нельзя оружие брать, у тебя руки кривые. Ты очень плохой будешь. Да блин. А ну-ка. Ну блин. Да ё-моё. Давай, он меня жрёт. Да Дима. Так мы застряли в друг друге, понимаешь? Там валяются туловища наши, об них запутываются ноги, шнурки от кроссовок, и я падаю. Ты взял пушку. Молодец, беги со всей силы. Нет, блин.
Он меня достал раньше, чем я смог ее завязать. Пацаны, он еще оружие конченое специально выбрал. Самое кончелыговское. Пацаны, я взял оружие и залез наверх. Что ты мне сделаешь, а? На тебе по голове. На тебе, пацаны, я вам потихоньку выношу. Ой, блин, Коля, по голове. Есть? Мы с Люсленком начинаем лупашить его. Хорошо, давайте. Давай. Я постараюсь третью пушку взять. Что ты уже не такой? А он сам в наших туловищах запутывается. Да, я Колёк, беги! Путаюсь. Колёк, беги! Я не могу, я застрял в туловищах. А, он сейчас ко мне поднимется. Нет. Очень опасно. А, есть, вот он. Мочите! Давай. Все, у нас три пушки. Отлично, в три ствола лупашим. Ах ты, блин, это было близко очень. Слышь, ты, щенал щела. Куда ты бежишь? Колёк, давай, догоняй. Да бегаю за ним. Он в горке застрял. Ой-ой-ой. Коля. 500 жизней осталось. 300 хп. 56. Где он? Где он? Он в инвиз зашел. Фонарик включайте. Опа. Идем. Аккуратненько ждем, Дима. Не высовываемся. Идем медленно. Отлично. Я наверху. Я тоже. Хорошо. Теперь его осталось дождать. Идем за мной, я знаю одно место здесь. Хорошо, давай. Показывай, кто идти. Вот. И отсюда его уволочим. Фонарик включи, чтобы тень видеть, да. Смотрю. Да-да-да, я спину смотрю. Я буду передок. А ну-ка, Шинсоник, показывайся. Боже, наверху. Где? Где? Он к нам идет? Где солнце выпрыгивает, знаете? Да-да-да, вон он. А, вон он. 300 жизней. Хорошо. Он взял дробовики, у них разлет, блин. Ой-ой-ой-ой. Ай! Он смог меня замочить все-таки. Он тебя достал. И он и тебя достанет. Колё, беги. Красава. Ты убил его? Хороший гусанёк. А я заметил сегодня такую статистику, что 3 раза его убил гусанёк. Гусанёк, это нечестно с твоей стороны. Кстати, я 3-й раз реально его убил. Потому что ты читы, вырубай свои. Какие читы? Ладно, шучу. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ну нет.